Всем привет! Вы на канале Yuzuru Hanyu Live. Сегодня я выпустила незапланированный ролик, потому что не терпится вам рассказать о шоу на Тестелата. Уйдя с фигурного катания, Yuzuru Hanyu радует болельщиков своими выступлениями даже чаще, чем в спорте. Менее 2 недель назад Hanyu представил уникальное 3-часовое шоу «Подарок», где выступил в одиночестве. Теперь мир увидел новый проект Hanyu – 3-дневный тур под названием «Ноты Стеллаты». Местом проведения шоу стала Мияго Суперарена, вмещающая 7 тысяч зрителей. Все билеты были распроданы за несколько дней до начала, что стало еще одним успехом Hanyu. «Ноты Стеллаты» в переводе с итальянского обозначает «Звездная ночь», а сам тур приурочен к 12-й годовщине Великого землетрясения, произошедшего 11 марта 2011 года. Префектура Мияги пострадала больше всего. Юдзуру пришлось эвакуироваться в свой родной Сендай. Звезды были прекрасны в день землетрясения. 11 марта было кромешной тьмой и звездным небом. «Я почувствовал свет надежды», – вспоминал фигурист. Тур – это способ отдать дань уважения региону Тохоку в Японии, наиболее пострадавшего от стихийного бедствия. Юдзуру впервые выступает перед зрителями в эту дату, 11 марта. Его слова опубликованы в статье MTV. «Спустя год после землетрясения и каждый год 11 марта я тайно приезжал покататься на коньках, чтобы помолиться за упокой душ». «Ноты Стеллаты» – это первое сотрудничество Hanyu с другими фигуристами после ухода из соревнований. Его первое профессиональное шоу «Пролог» и «Гифт» в Токио Доме 26 февраля были спродюсированы самим Hanyu и исполнены в одиночку. Для «Ноты Стеллаты» Hanyu выступил со своим бывшим хореографом Шилин Борн, бывшим напарником по тренировкам Джейсоном Брауном. К нему присоединились японские фигуристы Миехара Сатока, Судзуки Акика, Танака Кейди, Мура Такахита и Хонга Рика, а также гимнаст Кохэй Утимура. Юдзуру катался, а Кохэй исполнял вольные упражнения. Спортсмены выступали и по очереди, и одновременно. В течение шоу у Кохэя также было сольное выступление. В финале он вышел в коньках вместе со всеми на лед. А вот и перевод рукописных посланий Юдзуру Hanyu, который фигурист оставил в расположенном близ арене шоу «Ноты Стеллаты» в временном магазинчике его родного сендайского катка «Айрин». «Айрин, как всегда, спасибо. Следите за мной впредь. 12 лет со дня, 11.03. Среди счастливых событий было много и горьких, и мучительных. И все же, благодаря вашей большой поддержке и вашим голосам, я дошел до этого момента и катаюсь. Теперь я тоже буду продолжать говорить. Боритесь, Hanyu Юдзуру». На этом у меня все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мне интересно знать ваше мнение. Всем пока!